Пожарил шашлык, будь готов оплатить штраф. В Челябинске специалисты провели рейд по садам в поиске нарушителей. Искали тех, кто неправильно разводит костер на своем участке и сжигает листву. Заодно провели беседу с собственниками и напомнили им о пожароопасном периоде. Сейчас мы понимаем, что при введении особого противопожарного режима запрещено разведение костров, да, сжигание в бочках твердобытовых отходов. Шашлычки можно на своем участке жарить, но при определенных условиях. Да. Если вы все же собрались наводить порядки у себя на грядках, не спешите утилизировать сухую траву на участке. На время пожароопасного периода это запрещено, иначе можно получить нехилый штраф от 10 до 20 тысяч. Такая же история и с шашлыком. Его можно готовить, но только при соблюдении всех условий. Безветренную погоду, чтобы это проводилось. Данное место должно быть очищено на расстоянии 2 метров от горючих материалов, различных предметов. Должно находиться для приготовления пищи на расстоянии не менее 5 метров от зданий и сооружений. И в обязательном порядке у данного гражданина должен быть телефон. В этом году поймали почти 200 нарушителей, и это только в Челябинске. Такие рейды сейчас будут проводить регулярно. Следить за садоводами будут с воздуха, для этого используют дроны. Они оснащены современными комплектующими и могут даже на расстоянии 3 километров сделать необходимые фото.